Друзья, всем приветики! На календаре последняя пятница ноября, и называется она «Черная пятница». Ну, наверное, все из вас знают, что такое «Черная пятница». Ну, может быть, кто не знает, скажу, что это пятница больших распродаж в магазине. Кстати, мне будет интересно узнать о вашей стране, где вы живете, в вашем городе. Есть «Черная пятница»? Пишите в комментариях, ходите ли вы по магазинам. А что вы покупаете, действительно ли хорошие скидки, мне будет интересно почитать. Ну и, конечно же, такие шопоголики, как мы, не могут в такой день усидеть дома, поэтому мы едем по магазинам, хотим заехать в магазин электроники, посмотреть, особенно у нас, конечно, «Черную пятницу», распродажа, хорошие скидки на электронику. Поэтому заедем в магазин электроники. Еще в один магазин хочу я заехать. Ну, в общем-то, поехали с нами. Погода у нас сегодня шикарная, не поверите, 16 градусов тепла. И вообще осень, конечно, очень такая теплая у нас в этом году. Всего пару дней была холодная погода, а так в основном плюсовая температура. Я уже сказала, 16 градусов тепла. Люди... Вот, посмотрите, покажу вам девушку, идет в футболке. Конечно, во многих странах уже настоящая зима. Смотрю и на Инстаграме, и на Ютубе. Люди выставляют фотографии и видео со снежком. Вы знаете, мы даже немножко вам завидуем, потому что уже, конечно, хочется снежок, уже хочется... чтобы мороз был. И вообще хочу вам сказать, что в Нью-Йорке довольно-таки мягкий климат. Конечно же, есть зима, но она наступает как-то позже. То есть ноябрь, декабрь еще довольно-таки теплый. Бывают у нас и морозы, бывают у нас и снег. Ну, как-то это больше в январе-феврале. А я сижу, жду мужа. Что-то он у меня сегодня долго там собирается. Ну, ничего, я пока с вами поболтаю. Идет мой красавец, только о нем вспомнила. Он никогда не сядет в машину, пока не обойдет ее несколько раз вокруг, посмотрит, никто ли не поцарапал. Смотрите, листики убирает. Хозяин. Привет. Эй, как дела? Хорошо, как у тебя дела? Right. Ну что, друзья, поехали, посмотрим, что у нас там творится на черную пятницу. Поглазеем на товары, может быть, что-то купим. Ну, в общем-то, посмотрим. Как и каждый водитель, муж у меня сразу слышит, если какие-то неполадки в машине. Ну, в общем-то, говорит мне, ты слышишь? Я говорю, ничего я не слышу. Он говорит, что какой-то там пояс слетел, или как он называется, belt, в общем-то, не знаю, как сказать, пояс или ремень. Заехали к механику, сейчас посмотрят или проконсультируются, что там нам скажут, что случилось с нашей старушкой. Ничего себе, она еще дымится. Да, что-то серьезное. Там вовремя мы приехали. Thank you.
Думали, ребята, куда нам поехать. Решили все-таки поехать в молл. Посмотрим, что у нас сегодня в молле творится. Вот так и пандемия. Посмотрите, сколько много людей у нас в молле. Ой, ребятки, нелегкое это дело шопинговаться. Ну, вообще-то, неплохие, конечно, скидки у нас от 30 до 70%. Мы сделали кое-какие покупочки. Не буду уже вам показывать, потому что так устала. Голодные мы, уставшие. Ну, в общем-то, купили. Купили друг другу подарки на Новый год, то есть на Рождество. Любимый купил себе футболку. В общем-то, все, что мы купили, 30% скидка. Look at the line on the pandemic.
Вау.